in community, there was a super high union ownership and thin walls. So I thought if they got a little bit of volume, they could take off it. We did, so we'll see what happens. And I'm looking to see. Как правило, в такие времена налоги для богатых растут, и когда богатые опасаются, что их лишат богатства и благополучия, они перемещают активы и валюты в места, которые они считают более безопасными. Эти оттоки сокращают... Завтра надо будет сходить забрать холсты, потом в торговый центр, потом увидеться с Дашей, потом увидеться с Димой, и все.